Временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Развожаев положительно оценил работу севастопольских избирательных участков. В заключительный день голосования 1 июля он посетил участок номер 156, расположенный в культурном центре «Корабел». Глава города отметил качественную работу всех сотрудников, которые обеспечивали работу избирательных участков на протяжении последней недели. И где я был, в Гагаринском районе, и в центре города, и здесь, на северной стороне, на Корабельной, значит, мы видим, что все условия для безопасного голосования созданы. Комиссии работают профессионально, всем необходимым оборудованы, поэтому все условия созданы. Михаил Развожаев также обратил внимание, что севастопольцы всегда отличались активной гражданской позицией, поэтому неудивительно, что показатель явки на выборы в городе достиг достаточного уровня.